Сберпэй – мобильный сервис бесконтактной оплаты, который позволяет быстро и удобно рассчитываться смартфоном. Авторизуйтесь в мобильном приложении банка любым из доступных способов. Выберите карту для подключения сервиса Сберпэй, кликнув на соответствующий подраздел «Карты». В верхнем правом углу экрана нажмите на шестеренку, то есть «Настройки», и в выпадающем списке выберите «Подключить Сберпэй». После успешной токенизации приходит пуш-уведомление с информированием, что сервис подключен. На главной странице мобильного приложения напротив карт, подключенных к сервису Сберпэй, появится значок. Существует несколько вариантов оплаты. Первый вариант. Разблокируйте мобильное устройство, включите NFC-модуль и приложите телефон к бесконтактному POS-терминалу. Второй вариант. Откройте мобильное приложение без авторизации. В нижнем правом углу нажмите на иконку «Сберпэй». Выберите карту, которой планируете осуществить оплату, нажав на иконку «Оплатить этой картой». Приложите мобильное устройство к бесконтактному POS-терминалу. Третий вариант. На рабочем столе создайте виджет мобильного приложения Сбербанк Онлайн. На виджете стрелками влево-вправо выберите необходимую карту для оплаты. Для оплаты приложите мобильное устройство к бесконтактному POS-терминалу. После успешного проведения оплаты вам придет подтверждение – операция прошла успешно. Совершайте покупки легко и удобно благодаря сервису Сберпэй от БПС Сбербанка.